Почему семьям важно и интересно попасть на эту выставку «Мир солнечного детства»? Мне кажется, что взрослым в первую очередь будет интересно погрузиться в мир воспоминаний и ностальгии, о том, посмотреть о том, что они тоже были маленькими и чем они занимались в это время. А детям будет интересно узнать себя в этих картинах и увидеть, насколько еще безграничны возможности детства. Если вдруг они чего-то не пробовали, наверняка они что-то захотят попробовать из того, что увидят здесь. И сама выставка для детей, мне кажется, невероятный полет фантазии и разнообразие, наверное, скажем так, досуга. Потому что дети могут посидеть в шатре, поиграть в журавлика, почитать стишки и, в принципе, насладиться прекрасным.